Креативные, умные и готовые к трудовым подвигам в компании «Сургутнефтегаз» определили нефтяного рыцаря. За 17 лет проведения конкурса в нем поучаствовали 612 работников. В этом году за почетное звание боролись 33 мужчины. До финальных испытаний дошли лишь 10. Кто из них получил заветный кубок, знает Валерия Кудрявцева. Повторить слова, поправить галстук и получить последние наставления перед выходом на сцену. Волнение участников конкурса «Нефтяной рыцарь» за кулисами можно было буквально почувствовать в воздухе. Неудивительно, ведь настал момент, когда нужно было показать все, к чему усердно готовились около месяца. Готовился просто вот февраль месяц, он вычеркнут, то есть постоянные думки, постоянно что-то переделываешь, что-то хочется новое, что-то хочется эксклюзивное, ну, хочется всегда, конечно, выделиться. Мы старались, у меня большая, так сказать, команда, поэтому я думаю, мы справились с задачей, сегодня всем все покажем. Кирилл Черноволов, как и многие его соперники, претендует на звание «Нефтяной рыцарь» впервые. Стать одним из соискателей столь почетного звания было его целью после того, как он побывал в группе поддержки на прошлом конкурсе, делится мужчина. Конкурс на тему «Мы вместе, мы едины» посвящен году взаимопомощи в Югре. За всю историю конкурса в этот раз впервые участвуют люди высоких должностей. Заместители первых руководителей структурных подразделений. Никогда такого не было. И даже участвует депутат Думы города Сургута. Это говорит о том, что конкурс действительно с каждым годом все популярнее и популярнее. И многие из мужчин хотят попробовать себя в роли нефтяного рыцаря. Конечно же, стараются добиваться этого. Но, к сожалению, рыцарь у нас бывает только один. В этом году на конкурс заявились 33 сотрудника «Сургутнефтегаза». До финала после двух этапов – спортивного и творческого – дошли лишь 10 претендентов. Не без помощи тут и семьи, не без помощи и профсоюзного комитета структурных подразделений, ну и, естественно, нам надлежит совет. А им, женщинам, отдельное спасибо, что они вот в этот праздник тоже набрали силы, мужество, время нашли и организовать этот праздник. В финале участники должны были с помощью видеовизитки рассказать о своей роли в компании, после в образе русского героя поведать жюри о своих жизненных целях. Кто будет нефть добывать? Мы будем нефть добывать! Кто будет угольки прославлять? Мы будем угольки прославлять! Далее мужчины показывали свой острый ум в конкурсе «Блиц-опрос». На завершающем этапе участники демонстрировали таланты. Кто-то стоял на гвоздях, другие рисовали песком, третьи танцевали и пели. Каждый достойно старался произвести наиболее яркое впечатление на зрителей и жюри. Принять решение было непросто. Экспертная комиссия совещалась больше получаса, но все же смогла назвать имя «Нефтяного рыцаря». Победителем конкурса «Нефтяной рыцарь» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз-2023» и обладателем диплома за первое место становится Нурсултан Сатаев. В первую очередь хочу сказать слова благодарности своей семье, первичной профсоюзной организации «НГДУ Нижнесартымскнефть», Совету женщин, Совету молодежи и всем, кто болел за меня. Неописуемое впечатление. Очень рад, что был удостоен чести поучаствовать в данном конкурсе. Они меня настраивали психологически, ну, напутственные слова говорили, чтобы я не волновался на сцене. И говорили, что мы верим в тебя, ты победишь, ты самый лучший. Семья и коллеги Нурсултана потратили на дорогу около 4 часов, чтобы поддержать его в зале во время выступления. И осознание того, что рядом находятся люди, которые искренне готовы помочь достичь успеха и разделить радость, пожалуй, лучшая награда для нефтяного рыцаря. Молодец! Молодец! Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут, 24.